Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу, друзья, поделиться с вами игрой Telegram-бот. Называется Cosmo Miner. Я в подобного рода проекте, скажем так, впервые принимаю участие. Значит, меня пригласили. Информации почти как бы и нет, что да как, так как я вообще как бы в таких проектах еще не принимала участие. Ну, пошла искать информацию куда. Ну, конечно же, наш старый добрый YouTube, начала искать информацию, как видим. Ее тут полным-полно. Выводы, да, нашла видео, там парень показывал выводы, но я так поняла, то, что он депонировал в игру. Я же буду пока что и вам советую абсолютно без вложений. Он нам дает зарабатывать криптомонету ТОН. Значит, если кого заинтересует, перейдете по ссылочке в закрепленном комментарии, попадете на страничку и открывается вам вот такой вот Cosmo Miner. Значит, вот это можно все скопировать и прочесть. Я скопировала вот этот текст. Как бы я все зачитывать тут не буду, уже сами, да? Если вам интересно, как бы и прочтете. Нажмите «Начать экспедиции», чтобы полететь и начать добычу. Заходите каждые 8 часов и собирайте прибыль. Используйте усиление, чтобы увеличить количество добытых монет. Значит, я зашла вчера. И, естественно, у меня уже прошло 8 часов. Значит, заходим. Попадаем вот на эту страничку. Значит, далее. Объясню, ребят, как могу, потому что, как я сказала, я впервые зашла в такой вот проект, и меня как бы зацепил. Тем более без вложений пока что. А там уже посмотрим. Значит, включаем. Можно, кстати, зайти, что вот сюда нажать, вот на синенькую, или play сюда. Тут как бы не принципиально. Открывается Cosmo Miner. Вам дают в бонус 1000 монет. Значит, смотрите. Вот это Cosmo баланс мой, который я тут уже заработала. А это вот мой доход в этих Cosmo монетах. Я прикупила сразу за эти монеты. Я купила что? Ё-моё. Завис, что ли? Я прикупила корабль космический. Вот мой доход. Значит, вот это покупка бил, а это мой. Значит, смотрите, первый я прикупила вот этот. Он бессрочный. За бонусные монеты. После я набрала вот этих, вот эти местные монеты Cosmo. И я прикупила еще два как бы корабля. Он увеличивает прибыль. Так? Значит, после чего, как вы купите корабль, у вас здесь пойдет таймер. Время. По истечении 8 часов, вот здесь я специально не стала нажимать вкладочку, чтобы вам показать. Но я как бы собрала монеты, сейчас запущу, опять таймер пойдет, я вам покажу. По истечению 8 часов у вас появится тут вкладочка такая, на нее вы нажмете, чтобы собрать свою прибыль. Мне вот эта вот прибыль идет, да? Вот эти монеты. С этого вот этот мой доход, он здесь будет у вас по нулям сначала. После того, как вы соберете вот эта сумма, переходит вот на основной баланс для вывода. Так, значит,
вы кликните, у вас тут появится, вас перебросит на страничку типа казино. Я тут голову ломала, пока сына позвала, он мне помог. Внизу у вас ничего кликать не надо, просто у вас пойдет как бы загрузка такая внизу, ну, типа рекламка, да? Ждем, пока она загрузится, и вот эти окошко вот это исчезает, и появляется вот это окошко. Я на нее кликаю. Все, как видим, у меня запустился таймер. Да? Теперь. Вот. По истечению опять 8 часов, это уже вечером, я опять кликну и соберу свою прибыль. С этим разобрались. Значит, вот это мой доход ежедневный в космомонетах. Это мой заработок. Сейчас я вам покажу, как его зарабатывают эти космомонеты. Значит, это доход в тон, криптомонете тон. А это основной баланс для вывода в криптомонете тон. Так, далее что? Идем. Значит, у меня 15 760 монет я заработала. Кликаю сюда. И видим, здесь можно покупать криптомонетах тон, но чтобы их покупать, нужно, естественно, депонировать. Я не депонирую. Я вообще какой-то полный профан. Вот. А это наши купленные корабли. Значит, это за криптомонеты тон. Из 10 монеток это я не депонирую. Это по желанию уже. Если кто разбирается, кто не боится, пожалуйста. Значит, с 10 11 монет получаете. Значит, далее. Это за космомонеты. Видим, 500 тысяч надо вот этих набрать космомонет, чтобы прикупить вот этот корабль. Здесь 18 тысяч. Я вот такой вот покупала. Здесь опять криптомонета тон. 5 криптомонет тон. 5, сколько? 5,32 выходит. Опять космомонеты вот эти местные, которые мы будем зарабатывать. Криптомонета тон. Потом 50 монет. С 50 монет выходит 60 монет. 60-48. Потом опять космомонеты. Также есть 0, ну, полмонетки вот этих тон можно купить. Вот. Далее что? Опускаюсь я ниже. Я могу прикупить. Мне доступен еще вот один вот этот вот корабль. Значит, как покупать? Просто видите, вот это здесь недоступен. Здесь недоступен, а здесь вот доступен. Я кликаю на него. И опять зависло что-то у меня. Вот. Ладно, сейчас обновим страничку. Окей. Ну, завис. Найдем ее. Ну, как всегда, как видео писать, так начинаются заморочки какие-то. Давайте обожду, пока отвиснет, и продолжу. Вот я купила, карточка успешно куплена. Значит, больше мне пока что ничего не доступно. С 1000 криптомонет вот этих тон. Доход 1500 здесь. Поднимаюсь выше. И мои вот эти вот корабли. Вот они одинаковые. Вот они.
Ладно, далее апгрейд есть. Ну тут на как бы выполнять задание. Друзья, активность всего игроков. Ладно. Френд, друзья. У меня пришел один друг. Как бы за каждого приглашенного дают 1000 космомонет. Как получить реферальную ссылочку, друзья? Смотрите. Кликаем вот на эту зеленую вкладочку. И что, можно поделиться, как бы. Да, я поделюсь, как бы, давайте так. Так, кликаю отправить. И вот, можно как бы, да, вот это вот она моя реферальная ссылочка. Видите, да? Появилась, как бы. Возвращаюсь. Мою-мою. И все виснет. Ну, таким вот образом мы берем ссылочку, да, как я уже сказала. Далее идем следующая вкладочка, вот эта. Здесь можно как бы зарабатывать вот эти космомонеты. Значит, подписываемся на каналы. Вот я подписывалась и зарабатывала вот эти монетки. Значит, сейчас найдем, куда подписаться. Здесь бесплатный канал. 5000 вот этих космомонет. Значит, я кликаю подписаться. Меня перебрасывает. Кликаю, я подписываюсь. Я все подписалась. Уведомления отключаю. Кликаю на стрелочку обратно. Сюда и вот здесь написано проверить. Кликаю далее проверить. Все. Как проверят, мне монетки насчитают. Следующий. Тоже давайте еще. Так, новостные криптомедиа. Тоже 5000. Кликаю подписаться. Меня перебрасывает. Я подписываюсь, возвращаюсь, проверить, проверяем, видим, да? И вот таким вот образом мы собираем вот эти монетки. Подписаться, тоже подписываюсь, возвращаюсь, так, проверить. И вот таким вот образом мы собираем, как бы, да, видите, зайти в игру. Сюда я, конечно, не буду. Я не хочу заходить в игры во всякие. Вот. А так, что на новостной канал можно и подписаться. Идем далее. Следующая вкладочка кошелек. Значит, здесь нужно коннектить кошелек, добавить. Вы. Так как для вывода, да? Депозит пока нам не надо. А вот я добавила кошелек. У вас тут кликните добавить, как бы, и нужно законнектить кошелек. И на выбор у вас будет, как бы, у меня уже нет этой вкладочки, а у вас будет. И добавить. Я добавила вот такой вот кошелек. Мой тонвалет. Вот он. Я его добавила. Вот он у меня. Вот как-то так. Вот. Ну, в принципе, что? Все я вам показала. Давайте вернемся сюда. Вот, секунду, сейчас чихну. Может, не чихну. Так, обновляю страничку. Видим, у меня 20000 я заработала вот буквально при вас. 760 вот этих монет. И тем самым у меня уже прибыль 3460 космомонет.
Я иду, куда я иду? Вот сюда. И смотрю, что я могу купить. Я могу купить за 18 тысяч еще вот этот, как бы, корабль. Ну, и за 10 тысяч мне доступен, видите, да, ярким горит. Вот, ну, вот как-то так. И там за 18 тысяч вот этот, он мне доступен. Вот, карточка успешно куплена. Все, я купила. И, как бы, мой доход будет, вот, уже 4420 космомонет. У меня на балансе 2760 вот этих сработанных космомонет. Опять я пойду сюда и, как бы, буду подписываться. И тем самым вот, за то, что я подписываюсь, мне начисляют вот на этот баланс вот эту местную монету космомонет. Так. И за них я покупаю, как я уже показала, вот эти корабли. Вот. Мои корабли. Вот они у меня куплены. И тем самым развивать игру, наращивать прибыль. Я потом, как бы, поделюсь результатом, запишу еще одно видео по этой игре, как бы. Вот. Кому интересно, заходите. По выводу, естественно, будет видео отдельное. Ну, а результатами я, как бы, буду мониторить, да, вот эту игру, как бы, и запишу видео. И видео я, конечно, затянула в уши, друзья, извините. Вот. Ну, по-другому нельзя, как бы. Потому что пока рассказала, показала. И подробного видео, как бы, нет. Все, как бы, все так это поверхностно. Выводы показывают. А чтобы вот так кратко, видео у меня и нет. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!